Украином. Всем привет и добро пожаловать на мой канал, с вами Турбоёжик, и мы продолжаем играть в Растик. И теперь я играю на сервере под названием Растел. Все ссылки будут в описании, кому интересно повыживать в одного, заходите на сервак, кому интересно поиграть в компании, также заходите на сервак. Хорошая администрация, стабильный сервачок без лагов, что очень радует. Ну что, давайте покажу я вам свою новую крепу. Прежняя моя крепа все, перестала существовать. Вайпнули всю карту, и я решил уйти с того сервака, на котором раньше играл. В общем, вот моя крепа. Так вот она выглядит, пока не достроена еще. Небольшая такая, в этот раз пока небольшая. Забор тоже в один слой пока что. Если вы помните, обычно у меня много-много-много слоев. Здесь нефтегонка есть, но она пока ни к чему. Так поставил для виду ее. Хватило вот только на некоторые части дома высокого металла, поэтому только частями пока улучшено. Только частями. Ворота здесь, никогда их не ставил, решил в этот раз все-таки поставить. Ворота, чтобы гусей не строить и не лазить мне через этот здоровый забор. Также печка у меня здесь есть большая. Вот она, правда новенькая, только поставил. И смотрите, где я живу. Здесь у меня есть такой монумент, не зря я его отхапал. Он очень прикольный. Вносит тоже свою лепту в мой дом. Вот так вот он выглядит. Забором тоже его обнес, для того, чтобы на него не подстроились и не запрыгнули через крышу. По периметру также шкафы стоят вокруг. Сейчас мы с вами на крышу залезем, и я вам все покажу. Обычно в начале видео всегда рассказываю о своем доме, который у меня на данный момент существует. Вот, посмотрите. Ну так вот, сюда нельзя залезть. Хотя, у кого растяжка большая, могут и попытаться. Здесь еще тоже камень есть. Такое вот местечко необычное. Ну что, давайте теперь в дом зайдем. Погнали. Печунька. И вот, давайте доходим. Здесь тамбур. Окошко влепил, не знаю зачем. Наверное, проверять своих гостей. Кто-нибудь сюда зайдет, я такой. Хоп. А ну, руки сверху. И все. Кстати, если вы заметили, у меня новая пушка. Подписчики ко мне время от времени. Время вышло, еще раз. Время от времени подписчики ко мне залетают. Еще. Принимаю всех. Еще раз говорю, кто хочет, заходите, не стесняйтесь. Ссылки будут в описании. Еще раз, что-то не увидел я его. Верстак у меня здесь есть. Вернее, ремонтный стол, и все, верстак, верстак. Ну что, сейчас ТП напишет. Напишет, наверное. Подожду. Печки стоят. Вот, давайте напишу. ТПА. Принимаем всех. Ежик добрый. Ежик со всеми играет. Все показывают свой домик. Надеюсь, никто меня так не подставит. Так, здесь у меня вот есть ракетки. Я уже подготовился к рейду. После экскурсии по дому мы с вами пойдем, конечно же, на рейд. Печуньки стоят у меня здесь. Телепортировался. Ну, бич. Ничего нету в нем. Кто вынул бы пулемет. Что, поздороваемся? Тут без ника, правда, чувак. Не стащит мои ракеты. Руки вверх. Здорово. Понятно. Не хочется отвечать. Так, ладно, попали мы во второй этаж. Закрываю. Тоже решетки здесь стоят у меня на окнах. Ящики. Покажу, что в ящиках. Топорики, потрошки накрафченные, кирки, топорики, пушки. Также есть у меня длинные мечи, луки. Даже глушак есть. Давайте я его, наверное, одену. Глушитель. Вот сюда вот. Во как. Здесь тоже покажу, что есть у меня шмотки. Это для рейдов у меня сундук. И здесь ресурсы мои. Вот что у меня на данный момент есть. Печки также здесь забитые плавятся. Вот так вот. Кроватка в углу лежит. Кстати, сейчас я начал кровати ставить, а не спальники. У спальников откат слишком большой. У кровати лучше. То есть, если будут рейдить, легче будет спауниться на кроватях, чем на спальниках. Ну что, погнали дальше, залазим. Неудачно здесь я лестницу, конечно, поставил. Можно было в другое место, может быть, дверь просто перенести. Залезу здесь, не залезу, залез. Так, здесь у меня вообще пока ничего не обстроено. Стены не стал делать, поставил на пиларах. Не знаю, откуда у меня такой заскок, но я стал на пиларах почему-то делать. Закрываем. Здесь вот тоже пока ничего нету. В одну стену только защита пока идет на дом. В дальнейшем, конечно, все это можно исправить, улучшить.
А домик получше. Как вы помните, крепости я могу и очень люблю строить очень большими. Так, погнали дальше. Здесь сначала у меня выход был. Этих стен не было, потом ресурсы набрал, я уже начал кверху поднимать. И теперь дом у меня вот так вот выглядит. Там, кстати, добывалка работает у меня, камни на нее добывает. По кругу шкафами, шкафы обнесены шипами. Ну, от бичей, конечно же, они с одной ракеты упадут, но от бичей хоть какая-то защита будет. Тоже окружен забором. И там ворота тоже есть в этой добывалке. Что, поднимаемся наверх? Здесь у нас такая, типа лифта, такая капсула бестенная. Заходим. Здесь я тоже пока ничего не сделал. Сюда надо дверь втыкать. Не улучшено. Ресурсов много надо. У меня пока не так их много. И поднимаемся наверх. Вот сюда вот. Вот здесь я живу. Показываю. Вот так вот все это дело выглядит. Прикольненько так. Травка зеленая везде. Здесь океан. И вот как раз этот большой монумент. Здоровый камень. Вот он. Очень классно смотрится. Хочу все-таки потом на нем что-нибудь построить. Думаю, будет выглядеть очень интересно. Ты смотри, не свались. Может, столкнуть его? Иди. Иди, уходи. Вон добывалка. Шкафами тоже по периметру все окружил. В бронь закатал. Ну, это от тех, кто любит гусей строить. Я вот, конечно... Ну-ка, попробуем. А, попробуй перепрыгнуть на этот булыжник. Правило. Вот сюда вот попробуй прыгнуть. Допрыгнешь, нет? Напрыгнул. Сейчас попробую сейчас. Давай, 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 полевые испытания. Почти. Так. Я не прыгнул, просто не нажал, не успел. Сейчас я тебя сюда подниму. Напрыгнул. Погоди. Так, ну-ка пойдемте еще разок. Испытуемый, иди сюда, испытуемый. Так, надо его одеть, может быть. Шприцом всадить. Сейчас мы его в дом назад затащим. На-ка тебе. Стой, 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 стой. Давай еще разок пробуй, пошли. Давай, давай. Проверь, можно допрыгнуть или нет. Я боюсь. Так. Подписчики у меня добрые, чувачки. Помогают. Причем в таких делах. Опасных делах. Че, он идет? Эй! Эй! А ну прыгай, я сказал! Шнеля, шнеля! Может, я дверь закрыл? Где он? Испытуемый! Никак не залезет. Ну. Чё, никак? Давай, давай, давай. Цуп-цубы. О! Молодец. Надеюсь, без меня не прыгнет, потому что я хочу на это дело все посмотреть. Стой, 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 стой. Стой, 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 стой. Догоню, не догоню, успею, не успею. Стой, мужик, стой, 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 стой. Он уже перепрыгнул, блин. О, а теперь назад давай. Не, назад не допрыгни. Назад я не допрыгну. Давай, прыгай! Прыгай! Я не допрыгну. Давай, пошел! Пошел! Не допрыгну. Давай, давай! Это посвящение. Ты там живой? Да, живой, живой. Сейчас на рейд пойдем, пошли, я тебя одену. Это посвящение. Все, кто к ежу приходит в гости, должны будут прыгать. Ну, у меня сейчас будет мир прогружаться, так что... Через это... Чуть подлагивай. Ущелье. Сейчас я тебя пущу и одену, погоди. Заходи. На втором этаже ящики стоят там. Смотри, шмотки бери, одевайся. На ракетке это мне. Базуку. Ракеты. Домик у меня уже есть на примете, я там садком прописал. 3, 6, 9, 12. Думаю, хватит. Так, ну и подписчику тоже возьму. Пусть пострелять поможет. Одевается? Одевается. Оружие тоже возьми и шприцы возьми себе.
Ёжик, я по тебе стрелял с калаша. Никто по мне не стрелял. Нет, никто не стрелял. Шлем одел. Сейчас подождем чувачка этого, пока оденется. Модератор, Зорро, ёжик, привет. Здоров. Здорово. А, болт взял. Шприцы не забудь взять. Тебя рейдил Булкович. Чего? Не меня, наверное. Так, оделся? На, базуку еще возьми. И ракеты. Так, три штуки пока выдай ему. Перезаряди сразу базуку. Так, готово. Ну что, сейчас мы с вами на рейд пойдем, туда ТПшнуть, потом вот этого чувака ТПшну к себе. И уже начнем домик рейдить. Я, правда, не знаю, там хозяева есть или нет, но когда туда бегал, печки у них работали. Ботинки. Сейчас я ТПшнусь туда, потом на меня ТПшнешься и дом будем рейдить. Давай, давай. Все, погнали. Ну что, вот мы и на месте. Погнали. Домик там где-то наверху. Вперед. Вот он. Вот этот домик. Пошлите, попробуем его рейдануть. В зиме, что ли, где-то стоит. Ага, на горе прям. Вон дом. Вперед. В кусты. В кусты. Ну чё? Можно? Давай, дружок, базуку. Перезарядка. Стреляй. Нормально. Опа. Станы развалились. Вперед. Вперед. Перемычками все. Никого нету. Нужно было... Ага. Задамажились. Да. Поехали. Упало, да. Так. Нужно туда забираться. Ракеты еще есть. Перезарядочка. Вон он. Ой. Там в доме чувак. Он на крышу. В доме чувак. Привет. Чё, хэдком прислал? Давай. Он на втором этаже лут. Ты его убил, да? Там ящик стоит с печкой. Да, ему хэд поставил. Так, спасибо. Сейчас залезем туда. Давай, плитку вот эту выноси. Вот эту. Нормальный подписчик. Хэд повесил сразу. Я все прокину. Прикрывай меня. Я сейчас сам снесу. Давай. Поехали. Так, он поднялся. Он поднимается. Вижу. Да, он зашел. 83. Тихо. Перезарядочка. Ну, вроде не лутает, не знаю. Опа. Так. Ух ты. Все, пока, ребят. Че, весь лут забрал? Да, походу.
Вот скотина. Не успели. Свалил с лутом. Нормально. Опрокинул. Так, три ракеты осталось у меня. Ладно, хитрый какой, а? Это все из-за ТП. Черт побери. Дома оказался. Не повезло. Так, печи посмотрим. Все почистил. Хитрый жук. Хитрый жук убежал. Кто там редил обломать и все ресы я забрал. Типа, да? Это, в чат он пишет. Сейчас я ему что-нибудь отвечу. Ага. Молодец. А, шприцы, рецепты. Все говно, короче, оставил. Надо еще и добавить ему. Вот так вот. Так будешь же, когда видос? Когда? Когда-нибудь будет. Погнали. Он рейсы все забрал и ТП-шнулся. Пидорас, да? Сволочь. Вот сучка. Пошли вниз, там дома посмотрим еще. Ракеты есть. Пойдем, пойдем. Так, темно становится. Ну, вот трупак-то наверху лежит. А наверху? Я не посмотрел. Ну-ка, пошли еще раз, подкинь. Да, да. Я, он как вышел сразу в голову, да. Молодец, снайпер. Не повезло нам, дома он очутился. Спал бы, если в доме, то был бы нормально. Так, ну-ка. Ну, все, бывает еще. Не заберешься? А, да, ты туда не заберусь, не попаду. Темновато становится. Сейчас подсветку включу. Да. Погоди. Все, пошли. Там внизу вроде дома стояли, пойдем посмотрим. Потому что здесь когда бегал по округе. Слушайте, их не было, когда печи работали. Там два чувака живут в этом доме вообще. Ну, возле Артехи, кстати. Дом внизу. Погнали. Пошли посмотрим сюда. Их было двое. Но там никто не бегал, я стоял, долго сидел. Была тишина. Это что за дом? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас, видите, нам не повезло. Но это раз ты хер ли сделаешь. Ничего вырезать я не буду, как пошло. Ну, ушел он с лутом, ну и что теперь сделаешь? Ни хера не сделаешь. Ладно, молодец, чувак. А, большой бесполезный дом. Дальше что? Дай-ка ракету что-ли шмальну. А его кто-то уже пытался зарядить. Ну что, в крестовину попробую. А, 4 надо ракеты, у меня только 3. Пошли дальше. В доме, в принципе, есть. Можно, можно взорвать этот дом. РТ-шечка. Погнали в Артеху. Хитрый жучара. Меня так еще ни разу не обманывали. Помню, был случай, когда нас тоже рейдили, мы тоже так свалили. С Усанином. Лут забрали, просто-напросто улетели. И все. Ладно. Не все к этому масленица. Артеха. Аэр. День бы, не надо день. Я подсветку включил. Не нужен мне день. А, турбоёжик, ты меня когда рейдил, ты снимал? Нет, не снимал. Танцы с бубном делал. Погнали, 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 погнали. Пусто. А, должны бич дома быть. Возле этих построечек. Возле этих ангаров. Любит бичи здесь строиться. Ну ладно, ответим ему. Конечно. Но пока пусто. Молодец. Конечно, молодец. Где же дома-то еще?
Нету домиков, нету. Придется сейчас, наверное, к тому дому, а вот что-то есть, возвратиться. Ух, недостроенное. Посмотрим. Хотя... Ну-ка. Достроено, слушайте. О, в уже вынесли. Нету ничего. Ладно, пошли назад. Если сейчас не будет больше домиков, придется к тому возвращаться и домой лететь не за ракетами. Вокруг сейчас пробежим. РТ-хи этой. Молодец, что сделал на крыше отверстие. А то бы С4 туда бы залез. Пусто. Пошли к тому дому, возвратимся, зарядим его. Назад. Очень странно. Может, в горах где-нибудь поселились? И людей нету. Вымерли, что ли, все? Или ночи боятся? Непонятно. Уди, 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 уди. Так, это что там? Камни? Бич-хаус чей-то. Недостроенный. Ня-а. Недостроен. Ладненько, давайте возвратимся к тому дому. Попробуем его взорвать. Камушки, камушки. Где-то здесь он должен, в принципе, быть. Откуда мы пришли? Здоровая РТХ, пока оббежишь ее. Кабаны? Жир, кстати, вот у меня тоже ткани. С тканью нету, нужно будет сходить. Что-то светится там. На охоту. Что там светится? Ну-ка посмотрим. Кабан. Довези-ка меня. Ну-ка глянем. Костер кто-то поставил. Че это костер? Вперед. Там дом, 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 дом. Мостик кто-то соорудил. Лампа. Проверим. Ой, большой тоже. Так, вот что можно рейдить. Поехали, ребятишки. С какой стороны заходить? Сбоку? Вот отсюда, наверное. Вскроем. А, нет. Подкинь меня на крышу. Через крышу пойдем. Встань сюда. А? Что ты говоришь? На крышу подкинь меня, встань сюда. Так, погоди, высоко. С угла, что ли, где-нибудь здесь? Сюда, давай, вот. Сюда. Давай. Хоп. Давай, прыгай. О, стой, 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 стой. Черт, башка скользкая. Давай, прыгай. Прыгай. Высоко. Ладно, вскрываем. Уходи, уходи, уходи. Уже рассвет, у меня подсветка включена. Тут два дома стоят, как раз он тот вон дом тоже окруженный. Три ракеты, сейчас а домой-то пошусь за остальными. Проверим. Все, стой здесь, спрячься в кусты куда-нибудь, я сейчас за ракетами. Все, значит, взял я ракеты и тпшнулся назад, к этому дому. Сейчас мы будем вскрывать эту консервную банку. Ага. Сюда тоже дамаг прошел. Но, к сожалению, не так, как на те две стены. Оу, oh, е. Yeah. Ух ты ж. Ух ты ж, чувак спит. Ух-ху-ху-ху-ху-ху-ху. Ух-ху-ху-ху-ху-ху-ху. Ух-ху-ху-ху-ху-ху.
А Миша 3050. Прощай, Миша. Ракета купили. Да, я вижу, забирай. Повезло. Стрелы нахер, нахер. Шмотки. Шмотки тоже возьму. Меч. Длинноручный топорик. Кирка. Так. Ресурсы. 14 косарей дерева. 1,5 судьбы. 5 косарей камня. Так, хорошо. Все, забрал ракета? Да, все забрал тут их. Нормально так. Печь иди почисти еще. Скрывай, скрывай. О, забирай, забирай. Думаю про тот дом, вскрывать его или нет. Ну, все. Пошли тот дом взорвем еще по соседству. Пока ракеты есть. Заряжаем базучку. Сейчас сверху посмотрел, куда лучше зайти. Так, 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 так. Ух ты, черт. Вот здесь вот тогда лучше. Давай, погнали. Ух. Минус. Давай, 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 давай. Все, хорош. Деревянные. Ты уверен, что это не плагиат? Да, да, посмеюсь, погодите. Давай, пускай ракету одну. Так, так, так. Не понял. А куда ракета ушла? Твою мать! Что я не понял? Ракета! Че не взрывается? Не понимаю. Что за херня? Сколько КП? Столько же, сколько и было. Может, сервер что-то? Не знаю, пошли через крышу. Подсади меня, пошли на крышу. Так, тут жаркие споры пошли. Подойди, подойди поближе сюда. Там, немножко отойди вправо, вот так вот, да, стой. Ну! Твою мать! Нихера. Меня отталкивает. Отталкивает? Да, да, да. Что за багованный дом, что ли, какой-то? Что за бред? Что за бред? Ну-ка, пойдем с другой стороны. Ой, ёбаный, привет. Зоро. О, а кто это говорит? Это Зоро, Зоро, модератор, привет. Это твой дом, что ли? А мы его вскрываем. А вы, да, тут ничего нет, кстати, да, успевай, там открыть. Посмотри, о, покажи, привет. Да, здорово. Да вот, а мы, слушай, там выстрелили по стене, почему-то она не взорвалась, деревянная. В смысле? Вот сейчас две ракеты выпустили. По деревянной стене выпустили две ракеты и ноль дамага. О. Пойдем посмотрим. Пошли. Видишь, модератор понял. Блин. О, привет, Поль. Опять, опять ломанули модераторов. Помните, у меня видос есть, где зарядили админский дом. Опять меня, блин, занесло. Не мощь, да? Сейчас. Опять ты меня занесло, какого хера? Меня скоро на серваки пускать не будут. Блин. А, вот. Да. Надо им показать тогда. Вон сзади, пошли покажу. Бред какой-то. Опять меня занесло на модеров. Какого хрена? Вот сюда. А ты куда стрелял? Сюда вот куда-то, да? Нет, я вот, вот сюда вот стрелял. Ну-ка, дайте еще стрелю, сейчас посмотрим. Давай, давай, давай. Так.
Погнали. Смотрите. Прошел дамаг. А сейчас прошел. Один хп остался. Ну ладно, сорян тогда. Никто подломили, мы погнали. Да. А тут просто ничего нет, давайте дальше. Все, валим, валим отсюда. Блин, слышь, я один раз уже ломанул дом админа. Теперь модераторов. Офигенно. Везет просто. Ладно, хорош, пошли сейчас, я в дом тпшусь, и ты на меня. Давай. Они нам ракеты не отдадут назад ведь, да, которые строительные? По-любому нет. Но он реально, видели сами, нужно будет самому посмотреть на повторе потом. Две ракеты выпустил, ноль дамага было. Сейчас они вышли оттуда, сразу дамаг пошел. Интересно. Давайте вместе выживать, давайте, заходите, будем выживать. Играть. Так, ну что, ракеты сбрасываю сюда, вот. Ресурсы тоже. Сбрасываю. Вот такая вот у нас серия получилась на новеньком сервачке под названием Rustel. ТПА. А не забывайте ставить лайки, поддерживайте, как всегда, Растик. С вами был Турбоёжик. И кто хочет повыживать, ссылочки будут в описании. Ребятушки, заходите, не стесняйтесь. С вами был Турбоёжик. И еще увидимся. Пока.